тот день волонтер Центра спасения для собак в американском штате Нью-Джерси получила 6 звонков от прохожих, которые увидели этого несчастного питбуля, прикованного к дереву. Пес был истощен так, что торчали кости. Беднягу привязали настолько сильно, что он не мог пошевелиться. Рядом не было ни еды, ни воды, и он несколько дней сидел в своих собственных испражнениях. Женщина незамедлительно выехала, чтобы проверить пса и узнать, где его семья. Но на месте питбуля не было. Оказалось, еще до приезда Керри, собакой занялась местная полиция. Стражи порядка благополучно забрали пса и начали поиск его безответственных хозяев. На этой же неделе питбуля Макса отправили в приют, где он находился на время проведения суда над хозяином. Мужчину признали виновным и выписали штраф, а собаку официально передали в приют. Когда встал вопрос о передержке пса, Керри проявила инициативу. Она подготовила дом к приезду гостя и с радостью приняла его. Когда как в приюте Макса посчитали агрессивным, женщине сразу стало понятно, он очаровательное существо и даже толком не научился быть собакой. А еще этот милый мальчик не выносит одиночества. Сейчас Максу необходима активная семья, которая будет лишь рада подарить ему тонны внимания и ласки. Все, кто знает грустную историю Макса, когда-то прикованного цепью к дереву, искренне верят в то, что в новой семье этот песик обретет такое долгожданное счастье. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.